вспоминаю слова одной песни, которую я исполнил давно, много лет тому назад, о журналистах. Трое суток шагать, трое суток не спать ради нескольких строчек в газете. Если снова начать, я бы выбрал опять бесконечные хлопоты эти. Вот Игорь и его коллеги избрали этот сложный путь ради правды, ради того, чтобы донести эту правду. И фашисты лишили их жизни, но их подвиг навечно их оставил в списках самых уважаемых граждан России и журналистского мира.